По какой схеме Балаково водоканал принимает жидкие бытовые отходы у населения, например, в районе вокзальной? Это важный вопрос, на самом деле, потому что сейчас у нас заказан проект на строительство приемной камеры для приема граждан по разным выставкам. То, что сейчас происходит, это ну, в черном, да? Называется в черном. Ну, давайте говорить своим языком. Мы неоднократно вопрос уже поднимали. В этом году Александр Викторович сейчас находится у нас задача в ближайшее время получить проект, получить тариф для того, чтобы все вот эти наши машинные синтезаторы, которые работают на территории города, приезжали, сливали, соответственно, за работу. Вот, в целом стороне места. Сейчас они это бесплатно осуществляют. Бесплатно. Сейчас пока бесплатно. То есть, соответственно, на приемной камере будут браться отбор бросить, выбрать с машины, чтобы было понимание, что это сливает.